Мне кажется, это отразится не только у нас, но на нашей стране, на всей мировой экономике. Потому что все-таки есть вполне определенные принципы, на которых она строится, в том числе рыночная экономика. Один из них – это неприкосновенное право частной собственности. Оно здесь откровенно и открыто нарушается. То есть тогда уже доверие банковской системе во всем мире будет уже решающим образом зависеть от того, в каком экономическом положении находится страна. То есть волатильность рынка вкладов в мире, как выражаются экономисты, финансисты, она резко увеличится. Чуть в стране начинаются, так сказать, какие-то экономические проблемы, оттуда капитал бежит мгновенно, иначе будет как на Кипре, да? Отберут часть от вкладов. Да? И поэтому это очень серьезно скажется, я боюсь, на том, что происходит в мире. Если говорить конкретно у нас, вы знаете, я доверяю тем экономистам нашим, которые говорят, ну, все-таки серьезные наши люди в условиях уже и общего мирового экономического кризиса, и начинающихся проблем на Кипре, вернее всего, свои средства вывели. Ну, а тот, кто оставил, это люди не очень серьезные, что называется, по делам.